смотрите нас на 2 дня раньше в ВК-видео. Ребят, привет! Я сегодня решил организовать настоящий челлендж, как у самого популярного блогера на Ютубе. К сожалению, для этого у меня не было денег, а значит, его нельзя было сделать. Но я выкрутился, я попросил у многих своих людей, родителей, там, друзей, небольшое финансирование. Но, к сожалению, все они мне отказали. Благо, нашелся один порядочный парень, с которым я договорился вот здесь встретиться. Сумма-то там вообще не маленькая. Правда, место, конечно, вообще он странный. Выбрал окраина города, и людей почти что нет. Самое главное, что он согласился дать мне денег на мои идеи. Поэтому мне кажется, что он просто классный чел. О, вот он и он. Эй, аккуратно. Вот и он, сейчас познакомимся. Привет. Поехали прокатимся. Уже так быстро? Залезай. Все, вы чего? Здесь же люди не катаются. Я, наверное, сзади сяду. Оп. Ты что делаешь? Поехали. Я вылазь оттуда. Зачем? Здесь намного удобней. Присаживайтесь. О, а это мои деньги? Ништяк. Я фраер, а ты ничего не попутал? Не-не-не, здесь ровно столько, сколько я и просил. Что-то он какой-то супер уверенный в себе. Ладно, какая разница. Сел и сел. Поехали прокатимся. Блин, мне с ребятами так повезло. Они такие добропорядочные люди. И все деньги вовремя привезли. Слышь, тихо едь. А, хорошо, я понял, да. А это что, у вас основная работа, да? У вас банк, наверное, какой-нибудь свой собственный. Я бы тоже, конечно, хотел банк открыть. Людям даешь деньги на разные идеи. А я вам про свою же так и не рассказал более точно. Вы, наверное, не любите, да, когда болтают? Я, честно говоря, тоже болтунов не люблю. Я тоже люблю больше послушать. Это правильная черта вообще, слушать людей. Ты зато знаешь, о чем они говорят, и никогда не отвлекаешься. Вон туда, за опушку леса езжай. Ха-ха, а зачем это за опушку леса? Мне же деньги нужно за ангар отдать, чтобы ролик начать снимать. Ну ладно, я там выйду, если вам так удобнее, конечно. У меня-то теперь деньги есть. Я подумал, друзья, мы можем еще потом мерч свой запустить и еду какую-нибудь. И будем продавать ее. Если вдруг этот план не по плану пойдет, но прогорим мы, если. Ничего страшного же. Первый бизнес никогда успешным не становится. А вот второй, третий, я думаю, получится. Ребят, а зачем мы сюда приехали? Мне наоборот в город надо было туда, а вы меня от города тащите. Честно говоря, лицом вперед проще идти. Ой, мне, наверное, тоже размяться надо, да? Вы какие-то соревнования придумали? Оп! Оп! Ништяк! Спорт, это вообще полезно! Молодцы! А меня можешь хрустнуть? Давай, давай! О, не, ребят, я не настолько гибкий еще. Их. Короче, клоун, в этом кейсе 10 мультов. Да, я знаю, я же столько и просил. Ты взял их у очень уважаемого человека, на которого мы работаем. А вы что, неуважаемые, что ли? А, все, понял. Через неделю вернешь в 2 раза больше. Вы молодцы, конечно, что условия несколько раз повторяете. Это очень важно при сделках. Но я, честно говоря, я с первого раза помню. Иди пока прогуляйся обходным путем. Ребят, ну мне не в ту сторону. Вы что, меня не слышите? Мутный он какой-то тип, не нравится он мне. Последи-ка за ним, ладно? Куда он пойдет? Что делать будет? Мужики, я нашел обходной путь. Я вас в машине жду. Вот клоун. Но вы там долго, у вас закрыто. Увидимся через неделю. Ну вы чё? Нормально же дружили. Вот чё они пинаются? Так себе работнички. Я бы их поувольнял вообще. Ладно, главное, что деньги у меня есть. И я пойду снимать свой самый топовый ролик. Нужно потом с ребятами поделиться. О, вроде бы здесь. Я договорился с организаторами, которые помогают ролики сделать. Они там помещение тебе дают, людей находят, видеооператоров, видеомонтажеров. Ну, в общем, все делают, а тебе остается только сниматься. Они сказали, что они даже с мистером Бестом работали и со всеми топовыми блогерами, ну, которых вы знаете. Поэтому я отдам все свои деньги им, а они мне помогут снять. Классно я придумал, это моя первая бизнес-идея. Так, как они там сказали? Оставить деньги около мусорки и отойти 200 метров. Так и сделаем. Главное, чтобы у меня все получилось. Теперь 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
74, 75, 76, 78, 79, 80. Блин, я так устал, может им 80 метров хватит. О, ха, забрали. А что, они не остались? Блин, у меня же инструкции нет. Надо им позвонить, сказать, что я все деньги оставил, как они и говорили. Абонент временно недоступен. Блин, видимо, они очень заняты, недоступны. Напишу смс. Заблокирован я? Видимо, у них что-то с телефоном. Ладно, подожду здесь. Нормально я выгляжу для первого ролика. Может, мне грим какой-нибудь? Ну чё, ты бабки забрал у него? И где они? Ладно. Двигаем. Сейчас еще этому позвоним, на бабки его поставим. Ага, что-то уже темнеет и прохладно становится. Ага. Алло, да, ну я же деньги вам отдал, вы что так долго? Ты не тот, кто у тебя организовывает, это тот, кого ты деньги занял. Я очень надеюсь, что ты их не потратил впустую. Они мне очень нужны. Нет, конечно, они в работе. Давай. Такой он лузер, молчун. Блин. Ой, смс кого-то. Ты лузер, мы тебя развели вокруг пальца, пока. Я понял, да ну это же первый ролик, меня, видимо, кинули. Ладно, я, наверное, выкручусь, мне нужно-то всего помещение и люди. Камера у нас есть, да и люди есть. Сколько вас там уже, ребят, 5 миллионов, 10? Сколько их? О, 10 даже нету. Блин! У меня даже 10 миллионов нету. Ребят, я вас очень прошу, подпишитесь на канал, чтобы нас было больше. Чтобы я смог сделать этот ролик. Потому что у меня сейчас все идет не по плану. Я очень боюсь подвести ребят, у которых я деньги занял. Еще сильнее боюсь подвести вас. Не сделать вам крутой ролик. Ради подписчиков я буду думать, голова. А у Светы же есть помещение. Так, надо Свете срочно позвонить и попросить у нее. Алло, да, Свет, мне ангар твой нужен. Мне ролик нужно снять. Я очень классную идею придумал. Почему нет денег? Есть, конечно, у меня есть. Можно, да? Сколько? Всего лишь 1 час? А может, хотя бы 3? Все, договорились, 2,5. Ага, спасибо. Ну все, ништяк. Света вообще самое лучшее. Осталось только людей найти. Ну, с этим, я думаю, проблем не будет. Напишу в разные паблики, может, кто-то отзовется. Ништяк. Конечно, тут нужно небольшую перестановку сделать, но в целом этого достаточно. На объявление уже сейчас отзывы пойдут. Наверное, телефон разрываться будет от звонков. Готов уже принимать даже. Давайте, звоните мне. А, я же вам про идею еще не рассказал. Я посмотрел, сейчас очень популярно много людей приглашать, и чтобы они сражались друг с другом. И я подумал, я возьму 100 близнецов-мальчиков, и они будут сражаться, но выполнять всякие задания против 100 близнецов-девочек. А, круто же. Мне кажется, я просто обречен на успех. У этого должно быть просто куча просмотров. Я еще много денег заработаю и всем отдам. И дальше буду на свои деньги снимать ролики. А че никто не звонит-то? А может быть, я номер не тот указал? Нет, вроде бы тот. А, микроволновку предлагают купить. Реклама. Не нужна мне ваша микроволновка. Мне люди нужны. Алло, да? Мам, я же сказал, я занят. Можешь, пожалуйста, мне пока что не звонить? Я вечером буду дома. Угу. О, стучит кто-то. Пришли люди. Погнали их встречать. Мне аж не терпится. Сейчас сюда завалится куча людей. Мы организуем самый масштабный ролик. И я стану популярным на весь мир. И мне так радостно, что я разделю этот момент вместе с вами. Давайте, готовы? Засними этот момент обязательно. 3, 2. Опа! Привет, а вы на кастинг, что ли? На кастинг. Тут на районе слух пошел, что у тебя ничего не выгорает. Как это у меня что-то? У меня все работает, у меня все супер. Ага, мы знаем, что ты это помещение своей подружке взял. А наши деньги ты во что вложил? Ты говорил, что у тебя здесь толпы людей будут. Где эти все люди? Они едут просто. Они из другого города. Ты что нам здесь чешешь? Так, молчун, давай-ка цепь на кулак наматывай. Нет, не надо, зачем? Я же вам говорю, вы приумножите. 5 раз приумножите потом свои вложения. Да молчу, не слушай ты его. Гонят по-любому. Нет. Короче, мы согласны. Только с тебя теперь 100 лямок. Как 100? Ты сам нам сказал 5 раз больше. Так я у вас 10 брал.
10 на 5, это же 50 миллионов. Молчун раньше на бухгалтера учился, так что он все умеет. А вот и 50 твоих. Так, ну там надо было вычесть из 100, а не добавить. Короче, в следующий раз, если денег не будет, мы это твое помещение заберем. Не надо, это же не мое. Все будет, ребят, честно-честно. Я очень успешный блогер. У меня реально есть шанс все сделать. Ну так ты делай, а не языком чеши. Пойдем, молчу, по хэппи-милу купим. Давайте, ребят, спасибо. Приятно с вами сотрудничать. Там вы дверь забыли закрыть. О, ну не так сильно. Блин, кошмар. Нафига я это все придумал? Я не доблогер, я ужасный. Я теперь так попал. Вы понимаете, что если у меня ничего не получится, то они у меня заберут все. И ангар. Мне еще и денег не останется. Нафига я еще эту кепку купил, как у мистера Биста, чтобы в ней ходить. О, не, она прям села круто. 100 тысяч стоила. Я считаю, полезное вложение. Без этого бы не получилось. Ну все, он уже у нас на крючке. Теперь он до конца жизни будет бабки выплачивать. Что но? Да слушай, мы что, первый раз такую схему проворачиваем? Всегда работало и в этот раз работает. Поехали, хавать хочу. Да возьмем мы тебе игрушку. Так, ну мне по-любому нужно что-то делать. Хоть что-то снимать-то надо. Может, переодевания какие-нибудь вам поснимать? Ну как я в разных образах хожу? Скетчи прикольные делать, а? Или может, челленджи застольные? Типа еду пробую. Фигня, да? Вернулись эти ребята-бандиты. Ну сейчас я им покажу. Я им в обиду себя не дам. Сейчас я эту цену в 150 миллионов быстренько понижу. Давайте по старой схеме. Сейчас я тоже на счет 3 открываю. Только теперь уже жестко. 1, 2, 3. Эй, ты, вытащи! Что происходит? Ты чего делаешь? А ты что здесь делаешь? Ты кто, а? От них, да? А от кого от них? Признавайся! Что признаваться от кого? Зачем ты сюда пришла? Хочешь деньги с меня взять? Нет, я на кастинг. Привет. Здрасте. И до свидания, видимо. Нет, подождите. Вы что делаете? Я сейчас закричу или в полицию позвоню. Нет, подождите. Я просто хотел с вами поговорить. А это меры предосторожности. Предосторожности против кого? А мало ли бандиты какие-нибудь, деньги там, долги придут нас. Понятно. Вы не обращайте внимания, здесь пока немножечко не прибрано, но мы это исправим. Да нет, там просто в объявлении было написано, что у вас супермасштабная съемка, как у мистера Биста. А это что, не масштабно? Вы посмотрите, какое помещение. Сейчас мы весь свет включим. Ну как, масштабно? Да. Пожалуйста, я вас умоляю, только не уходите. Вы мой последний шанс. Меня ограбили, развели, обманули, кто только может. Не уходите, пожалуйста, хотя бы вы. А, ну, ладно вам, что вы так, не расстраивайтесь. Да я останусь, ладно. Правда? А 150 миллионов у вас есть? Простите, не мог не спросить. А я же в объявлении писал, что нужны близнецы. Где ваш близнец? А, ну, моя сестра-близнец заболела. Ну, я пришла, мало ли, там, помочь чем-то надо, там, ведро перенести или кофе налить. О, вы знаете, здесь делать много что надо. Я даже не знаю еще, с чего начать. Ну, вы молодец, что согласились. Ну, пойдемте, я вам, что ли, кофе сделаю. Расскажу про ролики разные. Пойдемте. Круто. Мы одновременно сказали? Да, но во время съемки лучше так не делать. Лучше по очереди разговаривать. Не нужно меня перебивать. Ага, понятно. Пойдемте. Пойдемте. Вот, ну как? А это что? Это я для ролика думаю придумать челлендж. Когда сюда придет 200 ребят, похожих друг на друга. А сюда точно придет 200 ребят? Конечно. Ты же пришла? Давай кофе, пока твою подержу, а ты держи. Попробуй. Берешь вот так и мяч вокруг конусов, кто быстрее. А с кем мне соревноваться? Ну, когда будут люди, будешь другими людьми. А сейчас так попробуй. Давай. Блин, Никит, по-моему, это скучновато для конкурса. Ну да. Смотри, я придумал. А? А что это? Ты что, не узнаешь? Я сиреноголовый. А ты должна меня бояться. Тоже фигня, да?
Ну, близнецы, что ли, пришли? Нет, подожди, не надо. Да ладно, что не надо? Сейчас контент будет, толпа народа придет. Нет, подожди. Эй, открывай, мистер зверь. Иди, спрячься пока. Вот сюда, давай, быстрей. А зачем, Никит? Так надо, я тебе потом все объясню. Это для твоей безопасности. Сиди там тихо, как мышка. Давай, открывай. Бабки пора отдавать. Ребят, так и снимаем. Ой, ребят, сейчас вообще не вовремя. Мы ролик только начали снимать. Реально? Да. Мы уже 100 миллионов отбили. Все, скоро вам деньги переведу. Наличка. Ой, хорошо. Наличка тоже будет, да. Сейчас только посчитаю. Ладно, давайте. Стоять. Мы сами посчитаем. Что-то тут не густо толпы. А мы камуфляжные прятки снимаем. Они все спрятались. А съемочная группа где? Оператор, световик. Так вот же. Нормальный оператор где? Этот бедолага с тобой с самого начала. Не-не, он профессионал, он всю команду заменяет. Мы на одну камеру снимаем. Че ты мне тут чешешь? Опять все бабки потерял. Теперь ангар этот наш. Хорошо. Ваш, только можно я ролик все-таки досниму? Откуда звук? Я чуть-чуть заболел. Ты нас за дураков, что ли, держишь? Слышь, молчун. А ну-ка, обыщи здесь все. Не надо, иначе вы сейчас ощутите на себе ярость настоящего бойца-зверя. Нет, я пошутил. Ты смотри, осторожно. Молчун раньше чемпионом был по боям собак. Собак? Хот-дог, кстати, в честь него назвали. Горячая собака, типа? Прикольно. Искать, если что-то надо, молчун всегда найдет. А что он делает? Да кажется, он взял след. Чё? Девчонка здесь? Нет. По-моему, за твое вранье долг теперь надо увеличить 3 раза. 450 миллионов. Да вы откуда такие цифры-то берете, ё-моё? Ё-моё, не надо, пожалуйста. Как это не надо? Я вас прошу, но... Мы из-за тебя едем туда-сюда. Стой! Иди сюда. Стой. Ты как страус бегаешь. Смотри, девчонка. Беги. Ну чё, господа, полное попадало. А почему попадало-то? Я же вам сразу сказал, все верну. Время еще не прошло, ролик еще мы не сняли. А время вышло. Я же сказал, мне надо всего лишь чуть-чуть просмотров набрать. Вторая песня, слышали уже? Только нас за дураков держать не надо. Я тут кое-что узнал. Что вы узнали? Денег нет на Ютубе. Закрывают же его. А ВК? Еще ВК есть. У нас там целый паблик. Какой? У вас там сколько подписчиков вообще? 150, по-моему, или чуть больше та же. А надо 250, только тогда результат будет. Мы стараемся. Мы всем говорим, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на паблик ВК. Да не подпишется на тебя никто. Недоблогеры, блин. Никому вы не нужны. А у нас еще мерч прикольный есть. Мы там разные дизайны вначале придумываем, долго, с командой. И, кстати, не только одежда есть, еще там разные товары, канцелярия. Так, а что еще у вас есть? У нас целый парк свой есть. Парк развлечений, мерч, соцсети. Да. Ангар. Мы это все забираем. Все, забирайте. Вам единственное еще со Светой немного порешать. Как правило, она всем заправляет. Со Светой? Ты Света, что ли? Не-не-не-не, это так фанатка пришла. Она еще толком ни в одном ролике не снялась. Чего? Та борзел? Да-да, она вообще никчемная. Ее можно сразу отпустить, она ничего себе не представляет. Никита, блин, ты была лучшего о тебе мнения. Я тебя спасаю. Я понял, не буду шептаться. Отпустите просто девчонку. Мы сами решим, кого отпускать. Иди сюда. А я привязан. Сиди. Слышь, выясни, что за Света. Придумай какой-то способ, как на себя все оформить. Давай. Что вы, недоблогеры? Все, что вы сделали, теперь наше. Ты что такое? Ты у кого из вас? Тебя что? Что происходит? Ты что, мелкая? Нас на камеру сняла, что ли? Это случайно. Случайно? Нажала кнопку записи и выложила? Давай быстро удаляй. Нифига себе там лайков. Сколько мы там просмотров набрали? 25 миллионов, кажется. За полчаса. За полчаса 25 мультов? А в деньгах это сколько?
Реально? Мы что, теперь богаты? Нифига себе, сработало. Видос популярность набрал. Чего? Блин, Пападос, мы же в розыске. Быстро удаляй. Как я удалю? Уже нарезки сделали. Их удаляй. Я не могу их удалить, это в интернете делают. Да, это наши любимые фан-аккаунты всякие. Они такими штуками занимаются. Чего? Так дай сюда. Сейчас я с этим разберусь сам. А вы уверены, что это так работает, сэр? Все, я разобрался. Интернет ваш отстой. Реальная жизнь лучше. В смысле не удалили? Я же убрал телефон. Валим отсюда. Черт, назад валим. Короче, недоблогеры. Там копы, и они нас хотят арестовать. А мы-то здесь при чем? При том, что все это случилось из-за ее видоса. Так а я-то тогда при чем? Твоя шпанатка, ты отвечаешь за нее. Блин, ладно. Расклад такой. Сейчас вы прыгаете в багажник, и мы везем вас в лес. Не-не-не, все, не надо в лес. Удали видос. А я удалил уже все. Видео уже по всему интернету разошлось. Вот цена твоей популярности. Вот чего ты добился. Нет, не надо, пожалуйста. Молчу. Давай мешки на голову. Не надо, мы и так дойдем. Дойдем. Веди их, молчу. Слушайте, а вы меня отпустите, я больше никогда блогером не буду. Поздно. Шагай. Не переживайте. Багажник у нас большой, уютный, теплый. Все идет по плану. Ангар ничего такой. Вы, наверное, ничего не понимаете, и вам все кажется полным бредом, но я вам сейчас все объясню. Но сначала... Вы там как, ребятки? Нормально. Не тесно вдвоем? Да нет, вроде ничего. Главное, комфорт. На самом деле, мы с Димой никакие не бандиты, а самые известные в этом городе пранкеры. Но они нас не знали, и нам очень повезло. Он все это время думал, что мы его прессуем и дали ему настоящие бабки. На самом деле, это полная липа. Деньги эти фальшивые, и все это фальшиво. И со Светой было все согласовано. Она дала нам ангар, чтобы проучить Никитоса, что не нужно занимать деньги у незнакомых людей. Тем более такие большие. Любые нельзя занимать. Короче, получилось очень весело. Мы даже вжились в роль бандитов. Давайте сейчас посмотрим на их реакцию. Эй! Открываем. Оп! Помогите, полиция! Полиция! Улыбнитесь, вас снимали скрытые камеры. И твой оператор тоже наш оператор. Он все это время был с нами в заговоре. Мы поэтому его не посадили в багажник. Пранк! Ну да. Это пранк был! Ты чего повелась? Она знает! Вы что, только меня пранканули? Вот так вот. А ты что, всерьез подумал, что тебе кто-то даст 10 миллионов на ролик? Я хотя как мистер Бист. Пранк! Никитосик, ты че? Охрененно же было полицейский. Ты, наверное, хотел сказать... Вот этот фонарик и колонка, которая стоит там. А, кстати, Даня, верни мой телефон, раз пранк закончился. Он немножечко переборщил и вжился в роль, и телефон разбил. Для ролика, для пранка. Весело получилось, да? Ну, кстати, видос с бандосами реально залетел, представляешь? Пусть и постанова, но зритель такое любит. Да, здорово, ребят. Да ладно, ты все равно поучаствовал в крутом розыгрыше. Круто же. То я хотел свое шоу. Тонос. Это пранк. Да куплю я тебе телефон новый. Чё-то он какой-то грустный. Да ладно, перебесится, успокоится. Тоже верно. Поехали купим по Хэппи Милу. О-о-о. Чё у тебя спереди? А, и это, ребят, на канал подпишитесь. Наша реальная жизнь, секреты и новости в телеграм-канале Луномосик. Ссылка в описании. Быстрее переходи.